Всем доброго дня! Меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие цветы мускари. Начинаем мы с вот этих вот цветочков, самых нижних. Для этого я взяла 26-ю проволоку, наношу на нее клей, и нужно будет обкатать ее глиной. Глина светло-зеленая. Она нам потом пригодится еще для стеблей. И накатываем. Можно, знаете, как сделать? Взять проволоку и накатать небольшие участки. То есть у нас вот такой вот участочек, этого вполне достаточно. Для самого цветочка нам понадобится голубая глина, примерно вот такой размер. Катаем из нее каплю. С помощью дотса вот в этот край вставляем и раскатываем. Раскатываем, и теперь можно немножко как бы вытянуть. И сделаем здесь углубление. Нам нужно нанести продольные полоски. Я делаю это таким инструментом, можно сделать с помощью зубочистки или стека. И здесь немножко можно тоже закрыть. Теперь нам нужно сделать стебелек с помощью клея, просто одеваем сюда. Далее переходим к верхушке нашего цветка. Я заранее сделала вот такие заготовочки, верхушки, это из молда. Проволочку необходимо обкатать зеленой глиной и дать ей подсохнуть.
ряд после бутонов.